свете фонарей Дима пытался исподволь разглядеть свою попутчицу. Лет 30 или чуть больше, лицо усталое, сильно накрашенное, короткие черные волосы, одежда недорогая, украшения бижутерия. На повороте женщина чуть качнулась к нему, и Дима уловил запах редких дорогих духов. Циннабер. А уж в духах он разбирался неплохо. Надо же, удивленно подумал Дима. Духи у нее стоят столько же, сколько вся одежда вместе взятая.